Танковый бой идет в эти минуты на подступах к Мариуполю. Артиллерийская дуэль в 20 километрах от города в селе Широкино. Накануне его уже пытались штурмовать. Тем временем большинство мариупольцев, которые получили ранения в результате обстрела 3 недели назад, поправляют здоровье в больницах города. Из-за многочисленных ранений они нуждаются в длительной реабилитации. Штаб Рината Ахметова доставил пострадавшим костыли, ходунки и трости. Подробнее Юлия Меншакирова. Из-за обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе Оксана получила множественные осколочные ранения и перелом ноги. Одну операцию женщина уже перенесла. Осталось удалить еще 10 осколков. Мне 31 год, у меня ребенок 8 лет, и я хочу продолжать жизнь полноценной жизнью, воспитывать и растить детей. Оксане и другим пострадавшим с реабилитацией помог штаб Рината Ахметова. Волонтеры привезли в мариупольские городские больницы ходунки, трости, костыли. Это адресная помощь. Эти костыли предоставляются адресно каждому человеку, который находится под патронатом фонда Рината Ахметова. И каждый человек их получает для того, чтобы пройти реабилитацию. Список необходимого составляли с учетом потребностей каждого пациента. Мы, конечно, делали заказ всем фондам, в том числе и фонду Рината Ахметова. Спасибо большое, все нам было доставлено. И вот сегодня тоже это, так сказать, средство для передвижения больных. Наталья Петровна на год прикована к постели. У женщины контузии и множественные осколочные ранения. Ее стопу врачи собирали буквально по кусочкам. Нужно передать Ринату Ахметову низкий поклон за его заботу. Девочкам-волонтерам они молодцы, нам помогают. Гуманитарный штаб оказывает помощь раненым жителям Мариуполя с первого дня трагедии. На данный момент обеспечивает лечение и реабилитацию 46 пострадавших, в том числе 5 детей. Всего же за медицинской помощью обратилось 123 мариупольца. Юлия Меншакирова, Юлия Авдеенко, Николай Козин. События, канал Украина.